Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Я продолжаю проходить Call of Duty Modern Warfare 3, поехали. В какой машине он будет? Они постоянно меняются для безопасности. Пока он не вылезет, мы не узнаем. И как ты очень много знаешь о Макарове? Альфа-1, проверка связи, прием. Браво-1, все в порядке, мы на позиции. Хорошо. Комаров наши глаза и уши в этой гостинице. Мы начинаем действовать по его сигналу. Видишь что-нибудь? Нифига я не вижу. Похоже, Макаров опаздывает на собственные похороны. Не высовывайся, пока не сможешь точно попасть. Потом стреляй сколько угодно. Почти пора, Юрий. Встреча пройдет на втором этаже. Машине. Зараза. Кажется, он смотрит прямо на нас. Тихо. Сиди смирно. Теперь они заезжают в гараж. Ладно, Комаров. Начинай. Комаров, ты меня слышишь? Наверное, забыл включить. Неважно. Макаров здесь. Приступаем к выполнению плана. Я на месте. Юрий, ты что творишь? Сорян. Что-то я сразу затупил. Я на месте. Готовы? Юра, глянь-ка, где там Прайс. Он на крыше гостиницы. Где? Где Прайс-то? Не вижу его. Вон он. А вот и он. А вот он. Какое-то движение. Снимем их вместе, Юрий. Ты первый. Кого? Вот этих? Ой, сори. Прайса чуть не грохнул. Да блин, чё вы, уроды такие? Что за бред? Прайс, кто это такой? Комаров. Прости меня, Прайс. Прости. Капитан Прайс. Ад ждёт вас. Прайс, Юра, где, откуда? Зря ты сюда чё пришёл. Чё, возьми, говори! Уходи! Живо! Куда бежим-то? Thank you.
надо уходить. Идем. Нам нужен Николай. Выбраться отсюда. Вертолет возвращается. Надо идти. Ну же, Сол. Мы тебя вытащим. Так, вот этот дропчик нормальный, где он? Да я уже заубился. Тихо. Еще больше. Не отставай, шевелись. Брось меня, Прайс. Нет, я тебя вытащу. Направляйся к зданию на северо-западе. Осторожно, все, я их убил. А, это наши. Черт бы тебя побрал! Макаров знает тебя!
Я был молодым патриотом, когда познакомился с Владимиром Макаровым. Юра, проснись. Захаев не хотел бы, чтобы ты это пропустил. Эта сделка принесет нашему движению миллионы. За деньги можно купить многое, даже власть. Здесь мы начинаем путь к будущему, мой друг. Что значит маловато? Я думал, мы договорили. Захаев не забывал о том, что мы тогда сделали. Награды мы получили власть. Но власть развращает. Сегодня мы покажем миру нашу истинную силу. Возможно, тебе долго не помогло. Выполняй. Давай. Отправить в небытие несколько тысяч человек одним нажатием кнопки. Помню эту миссию в Modern Warfare 2. В Хэри Форде есть монумент, на котором высекаются имена павших. Мы храним память о подвигах, когда лица уже стираются из наших воспоминаний. Память остается, даже когда у нас отнимают все остальное. Что случилось? Он убил Соупа. Он погиб, Мак. Что тебе нужно, сынок? Место. Русский сказал, что Макаров хранит оружие в замке в горах около Праги. Более точных данных у него нет. Ему можно верить? Разве у меня есть выбор? У него есть причина желать Макарову смерти. Место знакомо вам? Да. Во времена Захаева мы отправляли беспилотники в район этого замка. Но наши цели никогда там не были замечены. Что там меня ждет? Это настоящая крепость. Один вход, один выход. Если ты только не умеешь летать. Офис охраны на дальней стороне территории. Командный центр к северу от него. Окей.
Жесткий. Кто стреляет? Ах вы гниды. А где Прайс? А, вон он. То побыстрее, то помедленнее. У нас же 10 минут, ты говорил. Как обычно, мы с Прайсом должны тащить. Только Warfare, Modern Warfare другой тип был. Солк там был. Который умер. Она будет у нас в течение нескольких часов. Держи меня в курсе.
Надо идти. Да что у вас творится? Они, наверное, нашли дела. Служба безопасности вообще ответила. Собираете свои ключи и осмотр местности. Вниз! Немедленно! Да ты можешь уйти, уродец. Опа. Здорово, шнырь-курьеры. Солянова раков сейчас нагну. Так, стоп, а мы в этой крепости разве не были? Warfare 2 вроде были. А, нет. Куда это ты? На изи, братишка. Да, пацаны, в ряд все. Будем с пистолетом ходить мочить. Так, ну ладно, что, давайте его. Дроп, что ли, возьмем? Блин, а чё это? Вниз надо, что ли, спускаться? Ё-моё. Где ты? Так. А чё я сделаю? Где ты? А. Поехали, братан! Конечно, я с тобой, братик. А чё, он жахнул его как-то?
Макаров знает, что дочь Варшевского в Берлине. Если девчонку схватят, рано или поздно он сдаст ядерные шифры. Нам известно ее местонахождение. Провожу триангуляцию. Разведка только что перехватила звонок с... Это засада! Надо сваливать нахрен! Шевелись, шевелись! Бегом в здание! Металл 01, мы потеряли связь с командиром немецкой дивизии. Доложите обстановку на земле. Танковые колонны остановлены, нас громят! Эта зона потеряна! В клочья. Команда «Гранит» отправляется за дочкой, мы будем прикрывать. Это пушка. Давай! Мы должны выбраться на крышу! Вперед! Двигайте! Спускается по склону! Вижу! На крыше! О, я эту пушку помню из Warfire, из второй части, короче. Займись ими! Метка! Гранит 01, наблюдение установлено. Принято, мы на подходе. Еще. Команда «Гранит» на минимальной высоте. Нас обстреливаю! У «Гранита» гости! Дверь слева! Прикрывай их! Еще четыре! Метка! Отличная работа по цели! На крыше все еще кто-то есть! Здание напротив! «Гранит», все чисто, продолжайте! Позицию «Гранита», требую огневой задачи. Вас понял, 01. Воздушный коридор для захода 1-17 свободен. Металл 01. На связи «Валькирия 2-6». В воздухе и к вашим услугам. Ожидаю отметки первой цели. Вижу цель. Так, продолжаем. Танки на подходе, уничтожь их! Металл 01, я на месте. Цель на 11 часов! Ответ отрицательный, металл 01. Спасибо за подмогу, Валькирия. Дальше мы сами. «Гранит», броня уничтожена, идите. Принято. Спасибо за помощь. Мы вам должны. Не спускай глаз со здания. Прорываемся! «Гранит», вы видите Афину? Соедините с немецкой танковой колонной к югу от вас и следуйте курсу.
А что случилось? Блин, я что-то не увидел. А, блин, в меня стреляют, это, оказывается, везде. Я думал, это эти. Пулемет какой-то. Ох, прям лохов. Тихо, не дави только. А где мои? Мои, будет хелп. Двигайся вместе с танками, прикрывайся ими. Валим, 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 валим. Ё-моё, ты чё пугаешь, Грант? А, я понял. Есть новости о девчонке?
Но я жду вас, пацаны. Но у меня герой просто инвалид, он двери открывать не умеет, к сожалению. Сожалению, герой тупица у меня. А раньше нельзя было, надо было ждать. Вон девочка-то. Плохо. Прайс, мы потеряли девчонку. Ее на вертолете увезли на алмазный рудник в Сибири. У нас будет один шанс вытащить президента, прежде чем он сдаст Макарову коды запуска, и тот задаст Европе жару. Как только мы коснемся ногами земли, станет весело. Что за фигня? Готовы? Да, побыстрее эта штука никак не может. Сэндман. Да зарядите оружие. Сорян, пацаны. Как обычно. Стоп. А вот ножом можно бить, оказывается, я ее забыл. Но открывайте дверь-то. Прыгайте. Последний момент. Ой, сори. Трак, ты где? Чего, так и будем стоять?
дне шахты. Нам понадобится поддержка с воздуха. Принято, Сэндман. Мы пошлем вам предатора. Готовы? Через меня перескочил. Ёкарный бабай, кто там палит так? Все, я готов. Да подохни там, лол. Меня сейчас завалят. А кто откуда стреляет? Я не вижу. Через здание, что ли, херачат? Я не понимаю. Палит именно меня, гнида это. Вчера его выкинуло. Металл 01, доложите обстановку. Президент у вас? Никак нет, оверлорд, но мы нашли девчонку. Высылаем команду для эвакуации. Продолжайте поиски президента. Она пытается что-то сказать. Она говорит, что ее отца отвели еще лучше. Бежим. Вот в ряд встаньте вот так вот. Как они так быстро добрались сюда, у меня вопрос такой. Я понял, пацаны, все, да. Вас до хера здесь, дверь с какого-то хера закрылась.
Здесь, наверное, пройти можно, нет? Естественно. Охереть, такой взрыв. В смысле, президента бросили и все? Блин, мышка очень не дергается, мышка, в общем. Сложно перемещать мышкой. Бей его, бей, хорошо. Не-не-не, не ложись. Держись. Стреляем, стреляем. Пожимают друг другу руки. Война прекрасна в своей простоте. Весь секрет. Я уверен, что этот танк нас защитит. Это их задержит. Николай, ты влез к ним в систему. Работаю над этим. Немного позабыл арабский. Огонь! Похоже, они знают, что мы здесь. Я подключился к их камерам. Макаров и вестибюль на верхнем этаже. Вот и все. Макаров отсюда живым не уйдет. Приготовься. Это же супа. Мы привели.
просто, блин, привычка перезаряжаться. Надо бросить. Почему прям в нас? Гнида. Идите нахер. Тихо. Да не стреляй ты в меня, утырок. Да не вижу, откуда стреляют-то, уроды эти, обоссанные. Прицел максимально дебильный.
спас меня! Не дай ему уйти! Макаров направляется на крышу! Он прямо по курсу! Бегите! Он идет к вертолету! Бегом! Прыгаем! Банч! В смысле? Ты че, даун? Я прям... Ой, я, блядь, ясно, короче. Убегите! Прям на этот... Алло, хеллоу, играй, играй! Прием! Вот и точнее. А мне герой залагал. Сука, блять, я ебал эту игру тупую. Иди. Так, продолжаем. Попробуем опять. Ура! Пошел отсюда. Вот он, Макаров, гнида, иди сюда. Стоп, а вон пистолет лежит. В смысле, Мака... Блять, я ебал эту игру, я серьезно. Просто бредятина. У меня герой не идет, и меня... Ой, иди нахуй, просто уебок. Топы быстрее, даун. Все, минус. Уптырок этот. Задание выполнено. Кого мы только не потеряли, ради одного этого ублюдка.
Все. Игра пройдена. Я так понимаю, что да. Ну ладно, тогда всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.